Стоп, прежде чем я начну по-братски, подпишись на канал, поставь лайк, колокольчик и поехали! Ну что, всем привет, как говорится, большой швейцарский шалом. Сегодня ровно 2 недели, как я в Швейцарии. И давайте-ка я вам расскажу про топ-3 вещи, которые дичайше бесят в Швейцарии. Ехали! Бесит номер 1. Парковка. Просто жесть. Сегодня у меня была загородная поездка примерно в 40 километрах от города. В общем, я вернулся и еще примерно 40 минут я искал парковку. Это просто нереально, она везде платная, просто... Чтобы вы понимали, я сегодня заехал в Икею, и там платная парковка. В торговых центрах платная парковка. Везде платная парковка. Бесплатная парковка пока только на территории парковки супермаркета. И то для меня непонятно как. Бесит номер 2. Швейцарцы нигде, ни при каких обстоятельствах не дублируют надписи. Все написано только на швейцарском немецком. Никакого английского, никаких туристов, никакого удобства, ничего. Просто ходишь по городу с Google переводчиком, и есть ощущение, что ты тупо все снимаешь. Вот просто тупо все снимаешь. Если бы через телефоны спецслужбы следили за людьми, которые переводят надписи в Швейцарии, даже не пришлось бы ехать в Швейцарию. Ты просто можешь посмотреть все, потому что ни одной надписи не дублируется на английском хотя бы. Ну и, конечно, бесит номер 3, наболевшая зона 30. Ребят, зона 30 – это ограничение скорости 30 км в час. Зачастую оно находится в междворовых пространствах, но периодически есть длинные улицы, где просто свободное пространство, едь себе, ну хотя бы 50-60, нет. Зона 30. Вся колонна машин просто вот так плетется 30 км в час. Ну, благо, никто никому не пипикает. Возможно, у меня пока просто с непривычки есть ощущение, что просто я, особенно когда я первый еду, у меня есть ощущение, что я задерживаю просто всю колонну. И сзади едет человек и думает, какой ты дебил, почему ты не можешь нажать на газ, хотя бы 50 едь. Нет, зона 30 соблюдается на 100%. Вот такой вот сегодня маленький видеодневник. Пишите внизу вопросы, так будет проще понимать, что вам интересно про Швейцарию. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, колокольчики. Что еще там? Блин, если честно, я даже не помню, нажал ли я на запись. Ладно, всех обнял, пока. Кстати, кому интересно, я переехал в центр Цюриха. Теперь у меня вот такой прекрасный вид на парковку, на небоскреб недостроенный и на горы.